по сути дела, вот разбуривать маленький диаметр большим буром, так это, как сказать, геморно, вот так сказать. Потому что в камнях очень, он постоянно закусывает в камнях. Он может справа чуть-чуть сместиться и лопасть там зажать. Вот. Ну, это ладно, вот она своим ходом идет. А вот в камнях уже тяжеловато.